Всем привет, друзья, слушаем сегодня Нилетто исполняем Гринча. Нилетто повезет, Нилетто мир людей. Погнали, Нилетто мир людей начнем. Если бы человеком был каждый я, стены общего дома не тлели все. Можно здесь всех оставить и снять, но мы в силу исправить, если ты. Если эту жизнь с нами подружить, мы все узнали полет своей души, хоть не пустые карманы, в зале слишком рано. Сам себе не скажешь прощай. Одинокой курткой ты накрыл свой взгляд, отпусти белый флаг, все в наших руках. Мы с тобой не знакомы, ты же слышишь мой голос. В этом доме есть только мы. Если бы человеком был каждый я, стены общего дома не тлели все. Можно здесь всех оставить и снять, но мы в силах исправить и спить. Если на все сто спрятаться под стол, все эти люди забудут голос твой, с птицами в руках жить, всех безоружить, даже если не нужно. Прощай, прости, и остаться рядом с теми, кто открыт, ну да, незнакомых судеб, из голодных улиц. Я стану собою, все стихи ко мне волю, я стану рядом. Если бы человеком был каждый я, стены общего дома не тлели вся. Можно здесь всех оставить и снять, но в силах исправить. Очень классная съемка, на самом деле. Белуга, да, это или кит? Ну чё, молодец, молодец. Молодец, качественно, то есть со смыслом все выдал. Молодец, Даня. Ничего плохого сказать не могу, в принципе. А в творчестве. Знает, что делает. И он нравится многим детям. Нет, почему детям? И взрослым нравится. Его музыка многогранна. Так, погнали, слушаем. Повезет муд-видео. А танцы его смотреть я не знаю как-то, ребят. Я хочу, чтобы каждому из вас, дорогие люди, повезло. А это танец, да? А чё он, типа, у него такая фигня, да? А прикол в чём, типа? Мама, я исправлюсь, мама, знай, исправлюсь. Не просто не везёт. Ты каждый из парняшки, и быстрее сразу. Лапу подаю. Слушай, улыбаюсь, потерял её. Мама, с ней это пани-пани. Не просто не везёт. Шикали потолки, красали пули. Забудь. Взрослый озорник, совершали косяки, учились на своей, учились на своей. Так зеленый
позволю такси взять, чтобы одна. Тариф экономный, что домой. Начинает день, радиогороскоп. Что же не сулит, я просто нашел слов. Я же как отец мой такой простой. Он мне говорит, ты такой простой. Он мне говорит, ты такой простой. Парень, ты как я, еще такой молодой. Он зеленый глаза. Лабу подъем, я сижу, улыбаюсь, потерял Мама, да я нормальный парень, мне просто не везет. Да, каждому из вас, дорогие люди, повезло. Ну, спасибо за такую, так сказать, нотацию, да, то есть. Сам Лайн-Кью мы смотрели же на канале есть. Так, ну, в принципе, ну, хорошо, неплохо, что сказать, типа, все четко. То есть, ну, немного грустно, конечно, ну, ладно, что тут поделаешь. И давайте глянем, Нилетто исполняет Грейнджа. Вот она. Любители Нилетто. Вот вы мне скажите, как у человека в 21 году есть канал на Ютубе, но нету никакой соцсети, даже Телеграма, Инстаграма. Ну, а в ВК речи уже нет. Как у человека нет? Есть канал на Ютубе, а соцсети нет. Как это возможно? That's the great. А в чем прикол? Вот можешь мне твой ответить, в чем прикол? Я чуть не особо понимаю. Here in a
pictures between you, I take that. Sissy crocodile. Я не знаю, зачем мне проще такое смотреть. Клипы одно дело. А вот это просто... К чему это? В чем смысл это смотреть? В общем, давайте 25 лайков наберем и что-нибудь из Нилета глянем, так сказать, да? Но в целом, вот те две песни, которые я слушал, ну, намного лучше вот этого. Это просто, не знаю, это... Зачем вы мне такое советуете, боже? И потом еще на меня обижаетесь, идея реакции на Нилета, да? То есть... Кто-нибудь другой на моем месте сказал бы, что это за херня, типа, и вырубил бы нафиг, знаю, я, типа, до конца дослушал и все такое. Ладно, в общем, всем пока.